Ну, шиешь, бачишь? Шия уже начинает дугу набирать, ну, да. Шия. А ловка маленькая. Иди в гости, да, они дружать? Пробуй знакомиться. Но Золушка пока их сильно... Но они все равно нагло идут. И ее атакуют, Золушку мою, чтобы познакомиться. Но мамка зорка... Подойди. Лаванда? Лаванда. Лаванда. Сколько Саныч ей уже возраст? 1 июля, 1 августа. Два месяца. Вот моя лаванда. Иди, Золушка хочет знакомиться. Каждый день еще метрашу их ближе и ближе. Да, да. Вот Зорка с Золушкой ходит, видите? Золушка ховается кругом мамы, не хочет пока не знакомиться. Потрушиваешь, да? Ну, лаванда, стой. Лаванда. Дай ножку, дай, красавица. Вот видите, третий месяц пошел, а жеребенок уже шубку меняет, да? Да. Думали, что тоже будет, и она, но тоже будет чалая. Ну, может чалая, может и серая будет, да. Я думаю, что будет серая у яблони. Вот подходим сейчас, друзья, посмотрим. Только вот, что уже сильно вечереешь, она подпустит его или нет. Золушка, лаванда. И вот, слышишь, икры. Нравится, глянь, все головы держит высоко. Ну, я имею в виду, жеребята, вот, задержать головы. Держит. Лаванда. Вот так, как, не знаю, как что-то казахи или что. О, задержать головы и да. держать головы высоко. А? Так ты малая. Лаванда. Головка как у ослика. Да. Маленькая такая. Головка маленькая, да. Ну, чего ты? Все по породе. Шейка, видите, какая широкая. У два месяца, да. Уже ребенок. Длина у кобылки есть. Так это пока маленькая, два месяца. Да, и она только. Ну, да. А еще... Иди к хозяину, иди. А еще обсоседца, скоро мы подкормим. Похолодая будет, да. Нормально, да, то жара их. Да, мухи это мухи, вообще... Мухи, овод, да. Поутекают и начнуть. А население мое начнет отдавать мелкую картошку, горбузы. Будет дань отдавать. Да, тыкву. А Владимирович, друзья наш, видите, что-то надумал, оглядая лошадей. О, видите, вдалеке. Ну, мечтая о чем-то. Да, что-то в его план.